С вами канал «Учебник вслух». Окружающий мир, первый класс. Тема урока «Как ты рос?». Рассмотри рисунки и расскажи, как рос мальчик. Расскажи по рисункам, что с ним происходило дальше. Какое событие твоей жизни тебе запомнилось больше всего? Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? День за днем, за годом год, человек живет, растет, облик свой меняет. Расскажи по рисункам, как меняется облик человека с возрастом. Что нужно делать, чтобы в любом возрасте быть здоровым? Вместе с другом закончите предложение. Когда я был маленьким, то... Когда я стану взрослым, то...